Так, и шестым у нас, шестой задачей – дружить с поисковиками. Многие, конечно, об этом думают, продвижение, раскрутка и так далее. И вот, кстати, вначале я говорила, что блог – это единственная форма сайта, друзья мои, поверьте мне, как вот просто специалисту в этой области, что блог – это единственная форма сайта, которая сделает для вас то, чего не сделает ни один сайт, ни один статический сайт. Он способен продвигать себя сам за счет ваших статей. Но мы ему кое-что здесь поможем, чтобы они еще более эффективно работали. И первым у нас пунктом идет приглашать поисковики на свой блог. Мы уже говорили о карте сайта для людей, но мы еще должны создать карту сайта для поисковиков. Такая специальная карта сайта. Создается она в таком формате, называется он XML, тоже формат, летающий по интернет, способный перемещаться, и это очень умная карта сайта. Она сама оповещает главные поисковики, основные поисковики о том, что у вас появился новый контент на блоге. То есть сама карта сайта, добавляются новые статьи сами, вы ничего для этого не делаете, и сама же карта сайта отправляет оповещение. Конечно, поисковики посылают своих ботов и индексируются, все, в общем, как бы красиво получается. Следующее – это у нас SEO-поисковая оптимизация. Вот сколько у нас дискуссий вообще по этой теме, и надо, не надо, думать, не думать. В общем, скажу вам, немножко думать, немножко, и поможет в этом плагин All-in-One SEO Pack, который оптимизирует мета-теги. Вообще, поисковики, они, конечно, не люди, да, очевидно, и они не умеют читать так, как читают люди. У них нету логики, ну, логика у них достаточно, у них нет ассоциаций, да, и когда, допустим, блогер хочет написать что-то такое оригинальное, заголовок, например, да, с какими-то ассоциациями, человек может догадаться, собственно, о чем статья, даже если там ни слова не написано ключевого, да, ни одного слова, то поисковик, приходя на ваш блог и читая такой заголовок, он, в общем-то, понимает все буквально. Буквально, если вы написали там про корову, то он и поймет, что про корову, да, или про какую-нибудь ферму и так далее. И ничего здесь уже не сделать. Поэтому здесь поможет вот нам такой вот плагин, который помогает подсказать, так что ли, подсказать поисковикам, о чем блог. Такие сделаются специальные три поля, называются они title, keywords и description, где вы вписываете заголовок, ключевые слова и описание, исключительно для поисковиков, уже таким понятным для них языком, буквальным. Эти метки не видны пользователю, но очень важны для поисковиков. Дальше, работа с внешними ссылками. Очень спорный на самом деле вопрос, надо, не надо, и в связи сейчас еще с тем, что Google там какие-то изменения с CMPR-ом вносит. Но пока это есть, мы ставим. Ставим специальный плагин, называется он VPNoRef, и задача его такая – закрыть исходящие ссылки от индексации. То есть, когда вы пишете какую-нибудь статью и упоминаете какого-нибудь блогера или какой-то сервис, или еще что-нибудь, и даете ссылку на этот сервис, автоматически ссылочка закрывается. То есть, она открыта для посетителей, люди могут переходить по ней, но поисковики ее игнорируют. И тем самым у вас сохраняется вес PageRank и TITS. Ну, для тех, кто, может, не знает, PageRank – это аббревиатура PR, да, PageRank – это показатель Google, от 1 до 10 он исчисляется и показывает ваш вес, количество ссылок, грубо говоря, в интернет. TITS – это то же самое, только от Яндекса. Переводится как тематический индекс цитирования. Следующим пунктом у нас идет ЧПУ, такое интересное название, человекопонятные урлы. На самом деле неофициальное название, но все об этом, все так говорят. Для поисковиков очень важно для ранжирования ключевые слова в ссылке. Ссылки, да, в самой ссылке, в доменном имени, ну и в ссылке, да, все правильно говорю, в урле. И по умолчанию WordPress дает такую техническую ссылку. Выглядит вот она как первая ссылка. Видите, http, ваше имя.ру, там вопрос, p равно 14. Это техническая ссылка, и она, в общем-то, не несет никакого смысла.
название статьи номер 14, да, вообще ни о чем. И очень важно, чтобы вот в ссылке были ключевые слова. Тогда поисковик будет больше обращать внимание на вашу статью и больше вероятность, что, что ваша статья попадет ну, в выдачу повыше немножко по ключевым словам, которые человек задает в поисковике. Чтобы такую штуку сделать, специально там есть галочка ставится и настраиваются произвольные ссылки. Но в связи с тем, что у нас... В нашем русском языке используется кириллица. Ссылочка получается вот вторая. Видите, ваше имя.ру и по-русски вписывается через, как это называется, это дефисы, да, через дефисы вписывается заголовок статьи русскими буквами. Проблема вся в том, что браузеры не умеют пока читать у нас вот русские буквы. И при копировании вставки снова в браузер ссылка выглядит вот таким образом, как третья. Видите, чего-то непонятное, вообще нечитаемое. Лучше было бы 14, да? Вот, и для того, чтобы нам все-таки приобрести ссылочку с нашими ключевыми словами, но еще и читаемую, ставятся специальные плагины. Либо Rustulat, либо Certulat. Роль у них совершенно одинаковая, разница лишь в том, что Certulat, он, как бы, если вы уже ведете блог, то лучше его поставить, он меняет ссылки. Rustulat не умеет это делать, придется делать вручную. Вот, и... Тогда вот эти задачи этих плагинов перевести кириллицу в латиницу. Вот видите, получилось то же самое, 5 шагов начать свой бизнес в интернете, но только латинскими буквами. Поисковики, кстати, умеют читать и то они очень хорошо понимают латинские буквы по-русски, то есть без разницы, все хорошо. Вот такие вот два плагина, которые очень важны. Дальше, защита от спама. В общем-то, здесь можно немного говорить, знаете, да, что спам уже везде, он везде замучил. Для поисковиков в чем здесь может быть проблема? В том, что люди часто пишут всякую там не очень хорошие вещи, могут на какие-то не очень приличные сайты давать ссылки. Спамеры, как правило, пользуются специальными программами, сами они вручную, конечно же, все это не делают. Вот, и чтобы вот от них защититься, я предлагаю один классный плагин, называется он AntiSpamBee. Обычно пользовались всегда Akismet, есть еще там какие-то пару-тройку плагинов, но этот плагин, он уже зарекомендовал себя как чуть ли не лучший, потому что, ну вот у меня стоит он уже полгода, ни один спамер не пролез, вот ни один. Потрясающий вообще плагин, всем рекомендую.